Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Веловива», который располагается в Киеве на бульваре Перова. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется городской велосипед бизнес-класса торговой марки «Бергамон». Модель называется «Горизонт N7». N7 подразумевает 300 скоростей, 7 передач. Велосипед имеет размер колеса 28 дюймов, раму алюминиевую, тормозную систему, механическую брейки и ножной тормоз. Трехуровневый тормоз получается. Колеса 28 дюймов с гладкой покрышкой. Протектор достаточно комфортный для городской езды и легко кататься, если пойдет дождь. Крылья металлические с креплением в нескольких местах на вилке и четырехточечное крепление к нижней части вилки при помощи дополнительных элементов. Спицы идут из нержавеющей стали черной. Спереди втулка имеет динамо-машину, которая вырабатывает электричество. На переднее колесо есть фары спереди, на заднее колесо есть задняя мигалка. Велосипед комплектуется амортизационной вилкой, которой ход 70 мм от торговой марки Сантур. Вилка Сантур. Спереди стоит фара, которая очень ярко светит, на самом деле в вечернее время. Очень маленькая она, и при этом она яркая. Здесь стоит линза специальная, которая усиливает свет. Также снизу есть светоотражающий элемент катафот. Это достаточно хороший передний элемент. Ручки здесь от торговой марки Тектра. Механические тормоза. Переключатель 7-скоростной, ревошифт с Шимана. Ручки руля мягкие, анатомические, с полыми такими позиционными местами, где рука не будет потеть, в жару будет удобно, комфортно. Руль имеет возможность регулировки, тем самым комфортность велосипеда повышается. Руль как можно поднять по высоте, так и изменить угол наклона по высоте, по углу. Это делает велосипед более универсальным, можно на маленький и на большой рост велосипед покупать. Велосипед комплектуется педалями, которые имеют прорезиненную основу, мягкую, можно кататься босиком. Но если мы будем ездить на работу, конечно, все-таки стоит в туфлях, а не босиком. Есть пластиковая защита, это пластик. Защищает цепь, которая ходит в одной плоскости. Цепь тем самым долго, ну, очень долго ходит, потому что она в одной плоскости. Сзади стоит, как я и говорил, втулка на 7 скоростей, Шимана не Nexus. Это нормальный хороший уровень втулки, у которой 7 передач запланировано. Автомобильный ниппель позволяет легко накачать колесо на любой автозаправке, на любой станции, от любого насоса автолюбителя. Заднее крыло имеет пластиковый дополнительный такой щиточек. Само крыло металлическое, также имеет дополнительные опоры. Оно не громыхает, когда вы едете. Велосипедный багажник очень классный, с пружиной, который показано, что здесь выдерживает до 25 кг. Но на самом деле это более чем уверенный багажник для комфортной езды на велосипеде. Также стоит отметить, у велосипеда есть амортизация подседела. Седло амортизирует, тем самым на кочках кататься на этом легком велосипеде очень удобно и комфортно. Велосипед имеет немаловажный еще и факт, то что тросики спрятаны в раму. В 2019 году торговая марка «Бергамон» велосипеды «Горизонт N7» стала выпускать уже с более комфортным элементом. Боуден идет внутри рамы. Ну и немаловажно то, что велосипед есть подножка. Если вы где-то захотели остановить, у вас всегда велосипед может стоять без проблем. Ну и есть еще дополнительное отверстие под флягодержатель, под насос. Это все дополнительные опции, которые вы можете купить в нашем киевском велосипедном магазине на бульваре Перова. Звоночек тоже добавляет комфорта в городском велосипеде. Хотя этот велосипед нельзя назвать городской. Туринги ходить тоже можно. Комфортное седло позволит долго кататься на этом велосипеде. Если вас заинтересовал данный велосипед «Бергамон Горизонт N7», можете нам написать, позвонить. Если вам понравился наш видеообзор, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Будем рады каждому нашему подписчику, постоянным клиентам гарантия, скидки. Если вас заинтересовал наш видеообзор, оставляйте отзывы. Гарантируем, что мы вас приятно удивим своими ценами. До скорых встреч!